Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами разберем взятие на грудь с паузами в тяге. Для начала рассмотрим взятие на грудь с паузами в полуприсед. Всего есть три варианта пауз: после съема штанги, ниже колен и выше колен. Паузу можно комбинировать в различных вариациях. Можно делать сразу три паузы, можно сделать по одной из различных пауз. Данное упражнение позволяет нам отточить правильные углы в тяге, а также сформировать запас скорости после утомления во время тяг, которая возникает из-за пауз. Подробно рассмотрим пример со всеми тремя паузами в тяге. Все основные концепции соблюдаются, как и в обычном взятии на грудь, а именно полная стопа, прогнутая поясница, съем ногами и накрытие. Второй вариант этого упражнения подразумевает взятие на грудь в низкий сет. Предназначение упражнения все та же, только лишь взятие на грудь в низкий сет или в полуприсед мы делаем разнообразие в нагрузках. Рекомендую вариант с полуприседом делать не более чем один раз в месяц, так как очень сильно грузятся коленные суставы. Напротив, рекомендую больше внимания уделить варианту со взятием на грудь в низкий сет. Соответственно, данный вариант больше принесет вам пользы в классике, что поспособствует вашим рекордам. Новичкам рекомендую не перебарщивать с весами в данных упражнениях и следить именно за углами и за правильной техникой. В варианте с полуприседом достаточно выполнять до 4 повторений в подходе с весом до 60% от максимального взятия на грудь. С вариантом низкий сет до 3 повторений в подходе с весом до 75% от максимального взятия на грудь. В конце данного ролика обратите внимание на ссылки к видео, где я подробнейшим образом рассказываю о технических основах взятия на грудь. В данном же видео я больше склонялся к методическим рекомендациям, то есть мы с вами рассматривали, для чего данное упражнение и как его применять в подготовке. Благодарю вас за просмотр, друзья. Если было что-то непонятно, то обязательно оставляйте свои вопросы в комментариях. Всем здоровья и удачи на тренировках!